каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. ЧОП «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 661-31. Здравствуйте, в эфире программа «Патруль» и я, ее ведущая Айка Сундар. Задержан еще один из сбежавших. ДТП со смертельным исходом. Ребенок выпал из окна. Все это не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! В Туве сотрудниками полиции задержан еще один из трех находившихся в розыске граждан, сбежавших из изолятора временного содержания. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина обнаружен в селе Кызылмажалык во дворе одного из домов и доставлен в полицию. Напомним, что 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Барнхимчикского района совершили побег 9 задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Нашли ребенка, пропавшего в селе Эрзин. Тело ребенка 6 лет нашли в реке Эрзин неподалеку от районного центра. Напомним, что 14 апреля вышедший из дома в обед ребенок не вернулся домой. В результате опроса малолетних было установлено, что последний провалился под лед на реке Эрзин. Поиски длились долго. Лишь на 4-й сутки спасатели смогли извлечь тело. Как отметила Ольга Росова, уполномоченная по правам человека в Туве, тут однозначно нужно ставить вопрос об ответственности самих родителей. Тем более инцидент произошел в воскресенье, когда никто, кроме самих родителей, не несет ответственности за безопасность детей. И, увы, это не пустые слова. Только за 3 дня в Туве зафиксировано 6 случаев, в которых пострадали дети. 19 апреля в Пихемскую центральную районную больницу из села Суж доставлена 3-летняя девочка с переохлаждением организма. Ребенок со старшим братом играли во дворе дома. Оставшись без присмотра взрослых, дети направились к речке Суш. Играя на тонком льду, девочка упала в реку. По счастливой случайности, проходивший мимо мужчина заметил ребенка и достал из воды. В настоящее время состояние девочки удовлетворительное. Еще один случай с ребенком произошел 20 апреля. В резбольницу был доставлен годовалый мальчик без сознания. Родители сказали, что ребенок ударился головой об диван. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 17 апреля правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о смерти 1,5-годовалого ребенка. Установлено, что днем 17 апреля в квартире по месту проживания ребенок находился с отцом и другими взрослыми. Он играл в спальне, окно которого было открыто для проветривания. Нескольких секунд хватило для того, чтобы оставшийся без присмотра ребенок забрался на окно и выпал с высоты 3-го этажа. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, мальчик скончался. Для установления причины смерти малолетнего мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. ДТП со смертельным исходом. Минувшую субботу около 23 часов дежурная часть полиции Кызыла поступила сообщение о том, что на улице Кузнецова произошел наезд на пешехода. По приезду сотрудников стало известно, что водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП, не удосужившись узнать, что случилось с пострадавшим. Установлено, что водитель автомашины иностранного производства, двигаясь по улице Кузнецова, сбил пешехода, проходившего проезжую часть в неположенном месте. От тяжести полученных травм пешеход, 60-летний уроженец села Хайракан Зумхимчикского района, скончался на месте. После аварии водитель скрылся с места ДТП. В ходе осмотра места происшествия следователям и экспертам удалось установить принадлежность осколков к определенной марке и модели транспортного средства – «Opel Astra». В результате полученной информации сотрудники госавтоинспекции установили личность водителя и его местонахождение. Им оказался 28-летний житель Кызыла, который, находясь в ограде своего дома, пытался скрыть деформированные детали транспортного средства после автоаварии. В данный момент водитель задержан. Ему предъявлено обвинение по нарушению правил ПДД. Кроме того, в настоящее время следователям решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомого оставления без помощи лица, находившегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, и лишенного возможности принять меры к самосохранению. Напомним, что ужесточаются наказания для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшие за собой тяжкие последствия или смерть человека. Водители, которые совершили дорожно-транспортное происшествие, в котором
кто-то пострадал, то есть имеется в виду тяжкий вред здоровью получил, либо погиб один человек, или один, и два, более человек. Эти водители будут приравниваться к водителям, которые находились в состоянии опьянения, поскольку уголовное законодательство предусматривает более суровое наказание для водителей, которые совершили такие дорожно-транспортные происшествия, находясь в состоянии опьянения. Самое время узнать, сколько ДТП произошло в регионе. Сводка ГИБДД далее. С 15 по 21 апреля в республике зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, четверо получили травмы. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 66 водителей в состоянии опьянения. Из них одна автоледи. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. ЧОП «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 661-31. В Туве местному жителю предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство. 13 апреля правоохранительные органы Улухемского района республики поступило сообщение о том, что во дворе частного дома нашли тело мужчины. По данному факту региональный следственный комитет возбудил уголовное дело. Установлено, что к совершению преступления причастен 40-летний односельчанин потерпевшего. По версии следствия, 13 апреля во дворе дома мужчины поссорились, в ходе чего обвиняемый нанес несколько ударов в область шеи и живота двум своим оппонентам и сбежал. Один из потерпевших скончался на месте, а второму своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение. Судебные приставы Кызыла констатируют. С каждым годом вырастает количество лиц, не желающих исполнять решения судов о выселении. Так, например, в пятницу в столице Тувы в принудительном порядке освободили занимаемую жилплощадь по Лапсанчапа. Однако это не предел. Приставам еще предстоит работа по 27 судебным решениям. Сегодня по неимущественному исполнительному производству по выселению работает судебные приставы города Кызыла по реализации особо важных исполнительных производств. Так как исполнительное производство неимущественного характера, должнику давалось время для того, чтобы он самостоятельно исполнил решение суда, предупреждалось об административной ответственности. Но на постоянно на сегодняшний день решение суда о выселении должника еще в добровольном порядке не было исполнено. Гражданское дело об истребовании имущества из чужого незаконного владения путем выселения на этот раз закончилось в пользу истца. Что случилось между ответчиком и взыскателем, а также при каких обстоятельствах квартира стала спорной, история умалчивает. Вообще, даже моя доверительница пошла на то, чтобы... Войдя в положение человека, она согласна даже предоставить ему жилое помещение, то есть снять на месяц в аренду жилье, ну, чтобы человек не остался совсем на улице. Я думаю, он дальше сам может уже решить свои какие-то трудности. То есть она даже пошла на этот шаг. К счастью, активного противостояния должностным лицам службы судебных приставов сегодня не было. В течение нескольких часов вся утварь в квартире была вывезена, после чего судебными приставами был составлен акт о выселении, а ключи от квартиры были переданы представителю взыскателя. Судебным приставам Кызыла по реализации особо важных исполнительных производств предстоит еще подобная работа по 27 судебным решениям. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефона редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. ЧОП «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 661-31.